Всем привет, друзья! Сегодня приготовим вкусную свиную рульку. Поехали! Рульку хорошо помыл, отправляем в кастрюлю. Заливаем холодной водой. Лавровый лист, лук, морковка, чеснок, черный перец горошком, кубик мясного бульона, можно без него, гвоздика, соль столовая ложка, но потом будем пробовать. Отправляем на мелкий огонь и будем томить 2 часа и снимая пену. Приготовим обмазку. 3 столовые ложки соевого соуса. Горчица чайная ложка. Мед столовая ложка. Перемешаем. Теперь обмазываем со всех сторон хорошенько маринадом. Выкладываем на противень, застилаем либо фольгой, либо пергаментной бумагой. У меня вот такая вот штука специальная. Отправляем в духовку 180 градусов на 30-40 минут. И за это время будем смазывать раза 3-4 маринадом. Вот такая вот рулька. Очень вкусно, просто, обязательно попробуйте. Ну и давайте же зарежем. Мягенькая, все сочное. Ой, просто. Просто вот шикарное мясо, посмотрите. Вот такое вот нежное, сочное. В общем, нужно пробовать. На этом все, друзья. Всем спасибо. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, делитесь. Всем мира, добра, удачи. Пока.